На днях в городе открылась рождественская выставка под названием «Зимние чудеса». В экспозиции представлены картины современных алматинских художников. Каждая их работа наполнена вдохновением и стремлением создать маленькое зимнее чудо. Впервые у нас еще участвуют в этом проекте дети. Эти дети, которые у нас в студии занимаются, также взрослые, студийцы наши. То есть мы решили сделать вообще Рождество и Новый год, это же такой семейный праздник. А раз эти дети и взрослые у нас учатся, и учатся писать картины, то есть они обогащаются духовно, приобщаются к миру прекрасному, мы решили, чтобы они тоже, независимо от возраста, представили свои работы. Неудивительно, что на приглашение галереи откликнулось много авторов, для которых Рождество остается всегда актуальным. Здесь забываются всякие невзгоды, неприятности, неудачи. Уже с порога ощущается особая светлая аура, созданная добрыми чувствами и руками художников. Эту выставку отличает и представление творчества художников, с которыми галерея давно сотрудничает. Это и Георгий Макаров, это Владимир Игнашев, Анна Маргацкая, Гуар Борян. Также еще одна из направлений деятельности галереи, которую можно здесь увидеть, это представление международных художников. И открытием этой выставки стало представление хорватского художника с удивительным символическим именем Ангелико, ангел, тоже по сути ангел. Галерея раскрывает двери и приглашает всех алматинцев и гостей города погрузиться в атмосферу праздника и ощутить неповторимое волшебство зимних чудес. Экспозиция продлится до 9 января.